Пока город находился на самоизоляции, двум молодым жителям Красноармейского района стало скучно сидеть дома. На бульваре Энгельса в Красноармейском районе водитель иномарки с человеком на капоте проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с выезжающей Митсубиси. После этого нарушитель бросил поврежденную Дейл Некси на проезжей части и вместе с пассажирами скрылся с места ДТП. Полицейские установили личность водителя. Им оказался 26-летний местный житель. Скажите, пожалуйста, а почему вы покинули место ДТП? Испугался, первый раз в аварию попал, испугался, вот и покинул. Вы работаете? Да. Где? Ну, в Санкт-Петербурге. Вы управляли транспортным средством Дейл Некси? Да, да. А зачем вы посадили на капот к себе? Да я не сождал, просто так получилось. Товарищи пьяные были, я трезвый был. Получилось так. То есть вы в тот день не употребляли спиртные напитки? Нет, не употреблял. Машина Дейл Некси принадлежит вам? Нет. А кому? Ну, собственнику. Собственнику. Как она в тот день оказалась у вас? Взял покататься. В отношении водителя были возбуждены дела об административных правонарушениях. Суд, рассмотрев представленные материалы, лишил волгоградца прав на один год.